Всем привет! Очень часто в комментариях к разным видео я вижу вопрос: а что же в SCP за классы содержания такие и что они значат? Поначалу я думал, что это слишком простой вопрос, чтобы делать отдельное видео. Но потом почитал больше и понял, что как и везде в мире SCP, тут у нас огромный слоёный пирог смыслов и интернет-истории, где на поверхности одно, а в глубине совсем другое. Будем погружаться на самое днище, чтобы брать и обмазываться годнотой. Итак, SCP это организация, которая содержит аномальные объекты на своих секретных базах. И для того, чтобы лучше понимать, как эти штуки содержать, они поделены на некоторое количество классов. Для начала у нас, конечно же, три базовых класса: безопасный, Евклид и Кетр. Но даже они появились не сразу. Самый первый объект на сайте SCP это, как известно, статуя, и это Евклид. И многие говорят, что, мол, она была Евклидом изначально. Но погодите, в изначальном посте на Фучане, с которого все начиналось, нет класса объекта. На самой первой версии страницы статьи, еще на сайте на движке EditThis, по состоянию на апрель 2008 тоже класса нет, а становится статуя Евклидом только в мае 2008. То есть этот Евклид и три других основных класса объектов придумал кто-то из тех, кто заливал тексты объектов на EditThis. Ну или не придумал, а поделился с нами информацией. И да, там изначально был только безопасный Евклид и Кетр. И никаких вот этих всех маскуров и эмбл и тому подобного. Сейчас в фонде самое базовое правило — это правило коробки. Если объект можно положить в коробку, не трогать его, и при этом не произойдет ничего неожиданного и вообще плохого, то это класс объекта безопасный. Однако в самой первой версии статьи о классах объектов написано, что класс безопасный присваивается аномальные вещи, которые все же достаточно аномально, чтобы требовать условий содержания. То есть получается, что у фонда есть и просто аномальные вещи, которые недостаточно интересны, чтобы присваивать им классы и хранить в коробке. В нынешней версии сайта для этого есть страница под названием «Список аномальных вещей», на которой можно увидеть все такие бескоробочные аномалии, которые, видимо, лежат в общей куче. Когда я говорю о коробке, я, конечно же, имею в виду не именно коробку из картона или чего-то еще. Под коробкой понимаются особые условия содержания, то есть Special Containment Procedure, то есть SCP. Лежащий в коробке объект — это такой объект, в отношении которого соблюдаются условия содержания. И вот объект, который лежит в SCP и при этом не делает ничего неожиданного, это безопасный объект. При этом безопасные объекты могут иметь довольно смертоносные эффекты, если особые условия содержания, то есть SCP, не соблюдаются. Безопасные объекты могут стать причиной самых разных событий, как, например, SCP-445 супербумага доктора Развлечудова. Если не соблюдать все процедуры, может быть достаточно опасен. С другой стороны, если соблюдать все связанные процедуры, ничего не случится. Ну как, если не совать палец в розетку, то и током она не ударит. Поэтому розетка — это класс объекта безопасный. Кстати, интересный факт. Изначально было написано, что к безопасному объекту может получить доступ вообще кто угодно в фонде SCP, в том числе и члены совета О5. А сейчас О5 и персонал класса А не пускают к аномалии вообще, чтобы не возникало риска потери ценных сотрудников. Вот ведь странно, что руководство фонда даже не может само увидеть, чем фонд в сущности занимается. Это все приводит нас к той теории, что фонд SCP содержит не только аномалии, но и сам совет О5. В рассказе Мухоловка про это, кстати, было. Так или иначе, далее у нас идут объекты класса Евклид. Это также те объекты, которые можно положить в коробку, и они также относительно безопасно могут находиться в особых условиях содержания. Но Евклид отличается от безопасного тем, что может в любое время сделать что-то неожиданное. Например, сбежать или вообще потребовать пересмотра условий содержания. Объекты класса Евклид нельзя просто положить в коробку и забыть. За ними чаще всего необходимо активно следить. Любой разумный объект считается не менее чем Евклидом, потому что разумное существо обладает свободой воли и может в любой момент устроить все что угодно. В своей изначальной версии Евклид определяется несколько по-другому. Например, было написано, что Евклид — это обычно объект из другого измерения. Кстати, мне тут вспомнился тот рассказ про SCP-173 статую, где ее привезли в наш мир из другого. На этом канале есть этот рассказ. Сейчас, впрочем, когда класс Евклид дает всем разумным сущностям, правило об иномирном происхождении уже явно не работает. Не все же аномальные гуманоиды из других миров приходят в самом деле. Вот этот парень что, из другого мира, что ли? Кроме того, написано, что объекты класса Евклид невозможно воспроизвести. То есть, если идти от обратного, выходит, что объекты, например, безопасного класса воспроизвести все-таки можно. Раз невозможность воссоздания — это какая-то особенность класса Евклид. То есть получается, что фонд все же сам создает объекты, как минимум класса безопасный. Само название, скорее всего,
все происходит от имени древнегреческого математика Евклида, который придумал всячески измерять и рассчитывать наш мир. Хотя, как знать, ведь нормального объяснения того, почему взято именно это слово, я не нашел. Почему именно Евклид и что этим хотел сказать автор, можно только гадать. Быть может, ответ можно найти где-то в трудах самого Евклида. Может, дело в том, что есть привычная евклидова геометрия, которая в школах проходит, а есть не евклидова, где творится всякая дичь. А может, автору этого всего просто слово понравилось, теперь уже похоже не узнать. И третий классический класс — это кетр. Объекты класса кетр крайне сложно содержать, они представляют огромную угрозу человечеству, потому что настроены к жалким людишкам крайне враждебно. По правилу коробки кетр — это такой объект, который может коробку разрушить, и еще и конец света устроить после этого. Иными словами, полноценно содержать кетр нельзя, можно лишь уменьшить наносимый им вред. Интересно, что в изначальной версии документации было написано, что фонд делит кетры на несколько видов. На те, которые могут быть полезны в случае, если их удастся контролировать, и на те, которые принципиально нельзя уничтожить. Такие кетры фонд сохраняет. Если же столь опасный объект нельзя контролировать и возможно уничтожить, фонд попросту делает это, избавляется от такого объекта. Особенно интересно само это слово «кетр», и чтобы объяснить, что оно означает, надо будет забраться в довольно-таки темные дебри, а именно в Кабалу. Каббалисты верят, что мир начинается с бесконечного света, который, проходя через 10 элементов, которые в сумме называют сефирот, как через цветные линзы в самом конце своего пути, становится, собственно, нашим миром и всем, что в нем есть. Это как в кинотеатре, изображение на экране — это свет, прошедший через пленку, только здесь выходит 10 пленок. Так вот, самая первая пленка в этой конструкции — это и есть кетр, что переводится как корона. В измерении кетра действует наименьшее количество ограничений реального мира, что явно намекает на то, что объекты класса кетр имеют возможность сделать практически любую аномальную дичь. А сам кетр по каббалистической мифологии образует измерение первого человека, который уже не бесформенный бесконечный свет, но все еще очень далек от нашего мира. В июле 2008 года был добавлен класс нейтрализованный, который присваивался тем объектам, которые фонд успешно уничтожал или которые сами потеряли аномальные свойства. В итоге к концу существования первой версии сайта SCP на движке EditZIS было три основных класса и один дополнительный. Но уже тогда появились первые признаки грядущей бури. В обсуждении страницы с классами люди начали предлагать новые, много новых. Они придумывали самые разные их признаки и отличия от трех основных классов. Так что больше классов богу классов. Поначалу добавление новых классов выглядело более-менее вменяемо. Уже в нынешней версии сайта появился еще один класс Таумиэль. Это такие аномалии, которые используются фондом, чтобы сдерживать или содержать другие аномалии. По правилу коробки их часто изображают в виде самой коробки. И, конечно, по диковинному названию можно снова догадаться, что это слово тоже взято откуда-то из кабалы. Собственно, у сефирота, вершиной которого является кетр, есть теневая сторона, и тень самого кетра называется Таумиэль. Это место, где по представлениям каббалистов живет дьявол. Это противоположность первому человеку кетру из света. Таумиэль — это существо из чистой тьмы. Кстати, в разных SCP образ борьбы этих двух начал встречается довольно-таки часто. Хотя в кабале они, в принципе, не борются, а существуют вместе. Ну, типа как инь-янь у азиатов. В общем, выходит странный такой довольно метафизический посыл, что фонд сдерживает свет аномалий путем тьмы. То есть всякие организации, говорящие о том, что аномалии это на самом деле хорошие, оказываются правы. Вот такой неожиданный поворот. После этого поток добавления новых классов было не остановить. Их быстро стало 30, потом 50, и фиг знает, сколько их сейчас есть на самом деле. Люди вон уже рисуют огромные таблички, чтобы в них как-то разбираться. Хотя многие классы вообще придумывают для какого-то одного объекта, что, по-моему, уже совсем край. Добавили, например, Аполлион, он же Абадон, ангел бездны из христианства, которым называют объекты, которые невозможно содержать. Тиамат, богиня первобытного хаоса шумеров, которая обозначает объект, который прямо очень-очень-очень опасен. И еще несколько десятков имен всяких мифических сущностей, которыми обозначают что-то дико страшное, что прямо аж круче кетра. Да, в этом, мне кажется, и есть основная проблема всех этих новых классов. Все, что они нам хотят сказать, это то, что они круче кетра. А это уныло и безблагодатно. Всем пока!